Всем приветики. 3 марта у меня сегодня второй выходной. Я возвращаюсь к теме своего похудания. Я похудела, но совсем немного. Поэтому с завтрашнего дня начинаю действовать по-новому. Сейчас варю себе еду на 3 дня. Я буду есть 3 раза в день. Завтрак, обед и ужин. На завтрак у меня вот такая вот пшеничная кашка. Никаких зажарок, ничего. Единственное, добавила туда для вкуса, масла там тоже нет для вкуса, пару ложечек домашней аджички, чтобы немножко было повкуснее. Это будет завтраки. Все порции буду взвешивать. Максимум 250, а лучше 220-230 грамм. Это у меня будет ужин. Да-да, ужин, не удивляйтесь, потом увидите. Тоже дня на 3 получится. И еще раз мораживается куриная грудка. Это будет для первого блюда. Вот блюдо, которое я буду есть на ужин. Здесь густенько-густенько. Куриная грудочка мелко порезанная. Чесночок, зеленушка, всякие специи. Это лучше, чем есть сухую куриную грудку с бульончиком. Я такое люблю. Можно было, конечно, просто запечь грудку, съесть с овощами. Но мне нравится больше так. И да, я не перехожу полностью на питание грудками. Но пока, вот на эти 3 дня примерно, у меня получится все из грудок плюс кашка. А дальше потом будет видно. Здесь у меня тоже варятся грудки, но эти грудки варятся на супчик. Кушать это я начну с завтрашнего дня, потому что у меня осталась другая еда, рыбка, там овощи немножко. Короче, доедаю то, что есть, а завтра начинаю есть уже вот эти вот блюда. И вот такой вот супчик. Здесь у меня цветная капуста, китайская капуста, помидорки, стручковая фасолька. Так, что еще? Лучок, чесночок, зелень сушеная, специи, приправочки всякие с Крыма, которые привозила для запаху. Ну и, кажется, все. Супчик вкусненький. Сделала специально погуще, чтобы наесться. От овощей и грудок особо не поправишься. А я весну перевесила повыше. Не хочется ее выбрасывать. Пускай будет картинка. Может быть, позеленеет или что-нибудь появится такое необычное за окошком. Можно будет сделать фотографию и оставить вот эту вот надпись. Может быть, небо, как сейчас, будет красиво. Или закат какой-нибудь, или рассвет. Ну, не знаю, не хочу выбрасывать. Пускай висит, не мешает. И что я надумала? Я монтировала видео, поставила загружаться. И пойду, пока схожу я, наверное, в Озон. Озон недалеко от дома, поэтому я заказываю там. Есть Валберес, есть Озон. Мне кажется, цены там и там практически одинаковые. Где-то дороже, где-то дешевле, но буквально на какие-то копеечки. Но Валберес от меня чуть подальше, Озон рядышком. Поэтому заказываю на Озоне. Схожу туда, туда кое-что мне пришло. Зайду в магазин и, наверное, зайду в солярий, немножко загорну. Так, что ветка шаволится? Что ветка шаволится? Думала, птица. Птицы нет. Ладно. Звонил Коля, он на работе. Я говорю: Коля, как выехал? Он говорит: выехал нормально. Колея глубокая. Собака говорит: не вздумай сюда заезжать. Потому что если ты сядешь на пузо, уже лопатой не откопать. Так как на улице сейчас минус. Тогда, когда я копалась, был или ноль, или маленький плюс. И я смогла себя откопать. Привет. Здорово. Вот, а так, если сесть на пузо, только вытягивать тем же самым внедорожником. Поэтому, ладно, буду искать место пока возле магазина. Хотя там охотников на эти места теперь много. Но сегодня я все равно никуда не поеду. И у меня еще большой плюс, что я работаю до 16, некоторые до 17, кто-то до 18. И у меня больше шансов найти себе нормальное местечко. Я уже иду с Озона. Гляньте, сколько всего получила. Я думала, у меня там чуть-чуть, а кажется, пришло много. Сейчас уже отнесу домой, чтобы не таскаться с этим в магазин. Будет тяжело. И потом с вами поглазеем, что-то у меня интересненького. Ходила в магазин, набрала 2 пакета продуктов. В основном себе для правильного питания. Для нового моего питания. Покажу, что. Значит, цветная капуста. Капуста брокколи, сердечки. Затем вот такая смесь 4 риса. Тоже еще одна смесь 4 риса. Рис бурый. Свекла. Хлебцы. Но я буду стараться их вообще не есть. Может быть, редко-редко иногда. Хлеб я уже все отказалась. Салат. Это животное. Айсберг. Можно и мне животное. Будем делиться. Куриные грудки. Купила еще, положу в морозилку, пускай будут.
морковочка, сердечки тоже для меня, сметана и кефир для Коли. Затем Ольга Александровна у нас уезжает на недельку или дней на 10. И поздравлю ее заранее с 8 марта и с прошедшим днем рождения. И купила вот такой вот шампунь. Потом у меня уже салатники были куплены. И вот такая вот шоколадочка. Такой подарочек. Завтра ей надо отнести. Разложилась с тем, что я получила с Озона. И хочу сказать, что я расстроилась. Сейчас объясню, почему. Ну, здесь все нормально. Это вот салфетки влажные для техники. Заказала. Это на подарки. Не буду говорить, что кому. Потому что те, кому я буду дарить, могут посмотреть это видео. Поэтому пусть будет загадка. Вот такой вот палантин. Вот такой вот. Я потом разверну, посмотрю, чтобы не было брака. Затем, ну, это не скроешь, но Сашулька не смотрит мои видео. Если смотрит, очень редко. Это для Саши, для Дуняшкиной мамы на 8 марта. Именная ложечка и вот такая вот именная чашечка. Она была в коробочке, здесь все в порядке. Затем вот такие вот патчи под глаза. Потом заказала маме под пятку. Но эти вот штучки оказались тоньше, чем предыдущие. Хорошо заказала две упаковки, может быть, одну на одну и будет повыше. Плохо, непонятно высоту. Может быть, там и обозначали, может, я не обратила внимания. Ну, ладно. Затем вот такой вот мой волшебный дневничок с наклейками. Можем открыть, посмотреть. Так, ну, здесь всякого чего много. Прикольный дневничок, на самом деле. Так, ладно. Ну, теперь к расстройству переходим. Смотрите, вот маме, я ей показывала фотографии, больше всего понравилась эта футболочка. Мы что решили? Коля не знал, что дарить ей на 8 марта, а у мамы проблема с футболками. И, значит, что? Решили так, что я закажу, Коля оплатит и подарит маме футболочки. Заказала 3 футболки. Смотрите, пришла футболка, размер 2XS. Это 42 размер. Я посмотрела по шкале, по таблице. Я заказывала 46. Маме вот больше всего она понравилась. Вот эта вот маечка, я фотографии показывала. Вот. Но она маленькая, елки-палки. Или я так заказала, вот такую вот малюсенькую. Или они перепутали, не то положили. Сейчас буду смотреть. Если это они, буду писать. И я не знаю, на Озоне есть возврат, нет. Вот. Плюс Валберису то, что у них есть возврат вещей. Но, по крайней мере, это если их ошибка, они должны принять обратно. Затем вот такая вот футболка тоже. Она 46 размера. Вот приложила к стене, не могу удержать. Не могу вам показать сейчас. Она вверх маленькая, а в стороны она широкая. Я не могу понять, почему так. Или такой покрой. Короче, не знаю, подойдет маме, не подойдет. Что-то я подрастроилась с этими футболками. И потом вот такая тоже футболочка, Элечка. Розовая ткань, кстати, очень приятная. Но, как по мне, она, мне кажется, великоватая. Не знаю. По крайней мере, если вдруг маме она великовата, я смогу ее оставить себе. Маме закажу точно такую же, но меньше размером. Я уже не знаю, что делать. Что-то с футболками в этот раз мне не повезло. И еще здесь у меня комкующийся древесный наполнитель. Это для свиночек, очень удобный. Этой вот упаковки хватает надолго, я уже заказывала. Поэтому заказала еще одну такую же. Я посмотрела, кажется, это я накосячила с размером. Заказала маме еще одну такую же футболочку. Она на самом деле хорошая, качество хорошее. Не было такого цвета, была только черно-белая и только лишь одна. Вот, заказала, придет 7 марта. И как раз Коля 8 марта пойдет маму поздравлять. Эту малышку оставлю, кому-нибудь подарю, но я все равно ее передам маме, пускай она ее померит. А вдруг, а мало ли, а вдруг подойдет, тогда у нее будет не 3 футболки, а 4, еще черно-белая. Но нет, она очень маленькая, жалко, конечно. Хотя, знаете что, пошла померила, я ее на себя натянула, она мне прям в облипку. Ну, по крайней мере, есть шанс. Может быть, маме тоже подойдет. Я меняю постельное. Когда тут не так давно были морозы, было нам с Колей прям прохладно под этим одеялком. И я поняла, что этому одеялку, гляньте, какое оно тоненькое, но оно с каким-то, я не помню, наполнителем. Ну, в морозы в квартире прям мы кутались. И да, до меня дошло, что этому одеялку 1 000 000 лет, и надо заказать новое. И заказала я новое одеялко, уже, наверное, неделю, как я его получила, но никак не могу застелить. Это большое одеялко, 2 на 2, 20.
именно под нашу большую кровать. И сейчас я буду застилать это тепленькое, мягенькое одеялко с овечьей шерстью. Посмотрите, какое одеялко. Одеялко обалденное. Кстати, у меня всего лишь два комплекта постельного белья. Наволочки все разношерстные. Надо как-то собраться с мыслями, отложить денежку. Наверное, поменять тоже постельное белье. А то, что мы пользуемся, забрать в деревню. И одеяло забрать, и пододеяльники, и простынки. И там у тети Клавы будем спать на своих же простынках под своим же одеялком. Поглядите, Хайка снова придушковала Шушку. Девкам удобно, девкам хорошо. Шпят и шпят себе, девчульки. Так, что тут, что тут? Кто-то кого-то выгнал, да? Белая сидела в углу. Этот, смотрю, взял ее и прогнал. Хочу выйти на лоджию, прибраться у голубей. Убираю я тут часто, потому что их двое и какают два раза больше. Положила на работу обед, здесь суп, здесь 250 грамм. Теперь я буду порции взвешивать. И когда я ложила раньше обед, у меня было больше, наверное, грамм 300. Вот, сейчас 250 грамм на весах. Порция уменьшилась. Посмотрю, буду я голодная после такого обеда или нет. Кто бандиты? Кто бандиты? Что мне сделали? Скинули крышку с горшка. Ага, опять ты туда засела? Сиди, сиди там, прогоняй его правильно. Ах ты бессовестный. Слышали? Вот так вот ты делаешь, да? Топтун, топтун. Так вот, скинули крышку с горшка, крышку разбили, тут что-то подвинули. Вы что тут хозяйничали? Два козявки. Горничная к вам пришла, горничная. Сейчас буду вас убирать. Одела одноразовые перчатки. И сейчас наведу марафетик. Все, уголичек порядок. Сняла перчатки, помыла руки. Снова вышла сюда. Вот так вот всю мою уборку они летали. Взад, вперед, вперед, взад. Ругались, катались друг на друге. Этот вот садился прямо на спину этой белой голубки, когда она сидела вот здесь. Потому что ему там тоже хотелось сидеть. И место было занято. Он залез на спину и сел, как будто это перекладина какая-то. Порядок навела. Корм сыпать не стала, только налила чистой водички. Иначе, когда они сыты, их вечером труднее ловить. Когда голодные, они уже такие, ну ладно, Лена, типа давай лови уже, пошли, мы покушаем. Все тут застелила, перестелила. Все чистенько, все хорошо. А, забыла сюда еще скотч этот бумажный прилепить, чтобы сюда какали на скотч. Ладно, все, сейчас этим займусь и все. И знаете чего? Пошла мыть головешку, пошла делать маникюр, все мои процедуры, которую я делаю в среду. Я делаю в среду вечером перед работой. Поэтому всем покусики, всех люблюсики и до новых видусиков. Пока-пока!